Привитяны и громаны, роман и громан у аппарата. И на карьере сломался один из тракторов. От этого работа карьера затормозила. Мне сказали быстренько на баханочке привезти трактору запчасти и забрать старые. Вот там вот находится тот завод по производству запчастей. Там мне снимать запретили, вообще долго там находиться, потому что там такой кипиш, люди ходят туда-сюда, чтобы я там не мешался под ногами, что-то, не дай бог, собьют и голову перетопчут. Вот, короче, такой дефект образовался на буханке. Она 2019 года. Те, кто до меня ее эксплуатировали, говорили, что оно само как-то, даже не знаю, можно ли им доверять, но смотря на эту конструкцию 60-х годов, думаю, оно и само так могло, в принципе, случиться. Выпускается такой дизайн на протяжении 60 лет. И так никто его исправлять не хочет. А сама такая буханочка на минуточку стоит 800 тысяч рублей. Не помню, максимальной комплектации или минимальной. Точно не средней. Этот климат, современные дороги, ну, может, еще какие-то факторы повлияли на то, что буханка вот так вот сыпется. Вот ей всего лишь 2 года. Правда, точно не знаю, как ее эксплуатировали. Но сама машина не внушает доверия, тем более, что она 2019 года выпуска. Качество сборки просто ужасное. Никто так его и не менял с тех времен. Ух, да ладно, выехал. Не прошло и 5 секунд, как я уже устал ехать за этим пазиком. А ну интересно, смогу ли я его обогнать? Тем более конструкция примерно одинаковых годов у этих двух автобусиков. Здесь там жестко не подрезал, зеркала-то заднего вида здесь не работают. А ехать, соблюдать РПшность, ехать от первого лица есть желание. Так и удобней, и РПшней. Сейчас будем ехать тупо напрямую. Главное аккуратно, не повредить подвеску. Хотя, стоп, о чем это я? Это же буханка. Вроде бы доехали, вроде бы я целый, но мне как бы не царапинки. Знаете, зря я хаял буханку, да и весь советский автопром. Вот это мощь, я понимаю. А вы и дальше любите свои прадики, поджерики. Они же такие крутые. А, кстати, да, это РП придумал Чанель, за что ему огромное спасибо. Ну вот, короче, привез эти автозапчасти к трактору, сейчас еще увезу старые, но, думаю, уже снимать нету смысла. Вам спасибо, что досмотрели этот видос, вам огромный респектос, и с вами я прощаюсь, и говорю вам всем, до свидос!